Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Мы находимся в отеле Dohsinya Luxury Resort, который находится в Бельдибе. Уже есть ряд видео из этого отеля, мы все подробно показали, рассказали. Как отель, питание, номер какой, море далеко, недалеко, бассейн. Ну, в общем, все-все-все показали. Единственное, что мы не показали, это спа-центр. Вот сегодня как раз хочу показать вам спа-центр. Есть в любом отеле, конечно же. Но я очень редко снимаю и редко вообще захожу. Я не особо любитель там каких-то спа-процедур. Ну, не знаю, возможно, потому что у меня маленькие дети, и я всегда не до этих спа-процедур. И, во-вторых, ну, как-то есть другие развлечения. Мы любим, например, турецкую баню, ну, это зимой в основном ходим, а тут вроде как лето, солнце, правда, не всегда сейчас солнце в Турции, но тем не менее. Вот, а сейчас мы пришли именно в спа-центр, я вам покажу цены, чтобы вы знали уже, сколько денежек надо с собой брать, какие процедуры вы хотите выбрать, ну, то есть все-все-все подробненько я вам сейчас расскажу, покажу. Здесь очень хороший, большой спа-центр, я обратила внимание, находится он... Давайте переверну камеру, покажу вам. Спа-центр находится рядом с рестораном, здесь вот ресторан. И по-любому вы будете знать спа-центр, потому что здесь выдаются полотенца. Полотенца для пляжа, пляжные полотенца будете брать здесь. Вот, и тут как раз, вот видите, сейчас все приходят, берут полотенчики. И мы сейчас как раз пойдем туда внутрь, посмотрим, что тут есть. Здесь такое вот стойка ресепшена. И сразу вижу, что уже есть разные процедуры. Могу, давайте цены. Ну, давайте на русском я, наверное, да, покажу. Здесь много всего написано. Турецкая баня, пилинг, кофейный пилинг, пилинг с морской водой. Ну, в общем, тут вот все цены, все написано в евро. Но я думаю, что платить можно и долларами, лирами, то есть по курсу. Азиатский массаж, есть общий массаж. Много-много всего. Да, в общем, много разных вариантов разного массажа. Здравствуйте. Я вижу, у вас много разных вариантов массажа. Что это значит? Локальный массаж, общий массаж, азиатский, понятно. Смотрите, локальные массажи, это у нас, например, вы приходите и хотите просто спиночку помять или стопы помять. Общий массаж, это массажи на полное тело. Классический массаж, антистрессовый, арома, с аромамаслами. Классический массаж, ну, он такой легенький, чисто на кровообращение. Кто хочет посильнее или какие-то проблемки у них есть, то мы предлагаем уже медицинский массаж или микс-массаж, который включает в себя несколько массажей. А в основном у нас приезжают... Да, что в основном? Да, в основном мы предлагаем такие вот программки, мы их собрали уже со скидочкой. Например, первая программка, вначале идут, прогреваются в сауну, потом девочки забирают их в хамам, делают пилинг, пенный массаж. После этой процедурки идете в релакс-комнату, отдыхаете немного, пьете воды. Потом в массажной комнате делают вам масляный массаж. И в конце также в релакс-комнате делают водорослевую масочку. Отдыхаете, пьете чай, кофе, расслабляетесь. Вторая программка у нас... пилинг, пенный массаж. После, потом после него идет скрабирование, кофе или соль. Можете выбрать. 45 минут масляный массаж во второй программке и в третьей часовой массаж. Эта программка вот длится где-то 2 часа, а эта программа 2,5 часа. Ну, я вот насколько знаю, что все приезжают отдыхать и первым делом сразу идут в турецкую баню. Да, пилинг. Да. Вот говорят, надо почиститься, помыться. Да, потому что такое. Кто не первый раз приезжает уже отдыхать в Турцию, они уже знают, что прилетели, сразу надо бежать уже в спа. Потому что в первую очередь вас помоют, помнут, поскрабят. Мы рекомендуем получить нашу процедуру в первый день, пилинг, скрабирование перед загаром. Мы снимаем Тоже снимают, на которую уже загар ложится там, на 3-4 месяца. То есть не бывает такого, чтобы домой приехали, два раза душ садили, и опять кожа беленькая. То есть на Новый год загар ложится недолго. Спасибо, это нам подмога пришла, чтобы правильно говорить. Просто ну, для того, чтобы снять вот эту поверхность слой кожи, которая уже отходит, чтобы загар... Обновить его, можно сказать. Да, да, чтобы загар дольше держал. Потому что, получается, если не сделать, то загар ложится, а потом это все и смывается. Почему быстро загар смывается, конечно, как говорят? Многие приезжают не понимают, домой. Нет, мы только приехали, мы сейчас позагораем, а потом уже да. Придем. Но это неправильно. Надо сперва снять эту кожу. Орговевшую, да. А потом уже идти загорать смело. Ясно. Ну, можно, да, пройти к вам посмотреть? Конечно,
Я так смотрю, у вас очень хорошее место еще расположено. Здесь прям сразу выход, близко, все, да. Выход в бассейны. Здесь такой у вас уголочек уютный, спокойная музыка. Рыбки, которые... Эти, которые тоже кусаются, такие эти рыбки. О, большой у вас тут спа. Да, не маленький. Здесь у нас массажки. Массажные комнаты, да? А кто у вас делает массаж? Есть некоторые, которые хотят, чтобы вместе были дабловым, то есть на два человека. Девочки у нас с Бали, с Индонезии. С Бали все. Получается, раздевалка женская, там мужская, там есть крем, душ, шампунь, ну все, что надо. Угу. Мы некоторым туристам в пик-сезоне говорим, чтобы они приходили у нас, переодевались до номера и после номера. Да, то есть, если вы, например, приехали, вам номер еще не дали, можно прийти сюда и здесь переодеться, да, привести все там в порядок. Угу. И даже когда будут уезжать, у нас здесь... Все в основном номер 12 сдают, а бывает такое, что трансфер вечерний, они чемоданы сдают в камеру хранения на ресепшн, и к нам приходят, до последнего купаются, там в конце у нас душ, фен, все надо есть. Угу. Здесь вот турецкая баня, душ здесь. Здесь у нас финские сухие сауны. Это у нас паровая комната. Это все с 9 утра до 7 вечера люди могут пользоваться. А это что такое? Солевая комната. Солевая комната. Кстати, надо вам прийти. Да я вот в начале видео как раз сказала, что не особо люблю такие. Зимой хорошо, вот в турецкую баню, например, сходить хорошо, погреться там. То есть у нас здесь хамамы? А там, наверное, люди есть. Ну, я вот кусочек покажу, да, там просто люди, здесь, здесь большой вот, хамам. Девочки можно здесь делать пилинг, здесь большую кучу пены омывают, но пены можно массаж. Потом делать либо котельный скраб, либо солевой. Потом они заводят массажные кабинки, там делают ароматерапию, которую мы недавно с вами видели. Массаж зависит от длительности. Здесь там все так же, как и... Здесь такой релакс-зона, да, масочки когда наносят, вот сюда вот вы ложитесь и отдыхаете. Это у вас здесь можно купить, да, тоже? Да, это крема, масла, медицинские крема, там для лица, для тела, лосьон, все есть. Работаем с фирмой iTouch уже второй год. Более-менее. Это косметика, вы имеете в виду? Полностью нам. И масла, и крема, все, что вот это есть у нас на ресепшн. Все, iTouch фирмы. Сейчас мы тоже посмотрим как раз. Вообще в Турции очень популярно ходить на массажи, да, и на все процедуры. Да, почему? Потому что в первый же день все в основном приходят, чтобы, ну, сделать пилинг, подготовить тоже для загара. Причем и это в основном они... со 100 человек 99 все посещают хамам. Ну да, это не то, что даже там к пожеланию, да, порелаксить. Это да, даже да, с точки медицинской зрения. Во многих отелях я видел, и нет такого спа-то у нас. Как сами видите, он у нас огромный, большой. Да, очень и большой. И девочки, можете вот три подвазик почитать за нас. Очень отзывы, да, хорошие. За меня, за наших массажисток. Ну, полностью за нас. Спасибо. А вот это, да, косметику вы говорите, у вас? Стойте. Это как раз все процедуры вы делаете именно с этой косметикой. Да, именно iTouch, она у нас полностью все. Ну и потом в дальнейшем можно здесь ее приобрести еще, если хотите. Ну, вообще принимают. Здесь даже у нас медицинский центр, это все iTouch. Это все. Вот так как Турция, страна скидок, базарная, конечно,
всем наступаем и по цене, и всего остального. Даже на процедуры? Даже на процедуры обязательно. Например, вы приехали большой семьей, да, у вас там много человек, вам сразу... Чем больше людей, тем больше скидка. А это что такое? Тоже пилинг какие-то, да, такие банки большие? Да, это вот во второй программе, которую делают. Вот в первой программе, если массаж 30 минут, здесь 45 минут, здесь пилинг обычный, а здесь после обычного закрепляют либо таким турецким кофе, либо такими аромасолями. Запахи разные есть. О, как это вкусно пахнет. Ну, есть алоэ вера. Гранат тут и всякие. Угу. Ясно. То есть, если это 90 минут, это уже 115 минут. Ну вот, собственно, друзья, да, вот вы меня спрашиваете про цены. Мне кажется, в принципе, цены нет такого, что где-то в каком-то отеле дешевле, в каком-то подороже, да. Мне кажется, в принципе, примерно одинаковые везде цены. Ну, по стандарту, да. Стандарты. Конечно, ну, если уличную баню везут, например, в клубе, ну, это общая баня считается. Многие туристы, которые туда уже раз поехали, второй раз никогда в жизни не поедут. Не, по мне, так лучше в отеле сходите, никуда, во-первых, ну, не конечно, ездить. Здесь, и... во-первых, мы... постоянно с туристами видимся, они за полотенцами к нам приходят, где-то что-то мы им помогаем. А там они одноразовые туристы, поэтому относятся как одноразовые. Ну да, все-таки, ну, не знаю, безопаснее даже, что ли, в отеле сходить. Пусть вы лишний раз там немножко переплатите, да, нежели там где-то найдете, но тем не менее, да, зато будет 100% гарантия, то есть отзывов не будет плохих. По обычному пилингу во многих местах, в общих банях, одной перчаткой, например, пилинг могут делать 10-5 человек, он помоет, почистят, в сауне высушат, а у нас перед каждым квестом откупается новый пакетик, участвуется кисешка. В конце программы заворачивается, отдает в руки, чтобы она не думала, что перед ней кто-то пользуется или после. Вот, так что да, вот тут как бы такие маленькие моменты, но тем не менее. Дезинфекция в хамаме, то есть нету такого, что как вот при пандемии было. Многие ездили и заражались, а здесь как-никак. Ясно. Ясно, спасибо большое. Спасибо. Друзья, вот такой вот спа-центр в отеле, я уже забыла, как отель называется, Досиня Luxury Resort. Прошу прощения за звук, скорее всего, очень тихо слышно, но просто помещение такое, эхо, и... сотрудники спа-центра, конечно, они каждый день снимаются видео. Ну, в общем, как смогли, так мне все рассказали. Я все, что могла, я повторяла за ними, чтобы было более понятно и слышно. Ну и плюс цены, собственно, все показали, процедуры показали, какие есть. Единственное, сам спа-центр нехорошо получилось показать, потому что, ну, в каждой комнате практически были люди, и это просто, ну, некрасиво было, то есть я не могла их снимать. Вот, ну, как бы, в общем, так вот показали. Ну, неплохо, все хорошо, чистенько, видите, как бы, мне понравилось вполне, приглашали тоже меня на спа-процедуру, но я пас. Ну, не знаю, может быть, если бы я с мужем была, там, может, мы с ним вдвоем, ну, какой-то массаж, было бы прикольно. Ну, пока вот у меня там мама ждет, дети, поэтому я бегу к ним. Спасибо всем за внимание, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.